Šonakt Vankūveres olimpiskajā turnīrā tiksies Čehijas un Latvijas valstsvienības. Viens no Čehijas valstsvienības bijušajiem vārtsargiem Martins Prusek šobrīd spēlē Dinamo Rīga. Pāris jautājumi par gaidāmo spēli Martinam. Martin, на игру, которая будет сегодня ночью, какие прогнозы с твоей стороны? Кто сильнее? Так, я думаю, что Чехия просто фаворит этой игры, но знаю, что всегда эти игры на Олимпийские игры тяжелее, и как я думаю, как Латвия сыграет хорошо первый период, и потом может быть сложно для Чехии. Какие сильные стороны у обеих команд? Ну, я думаю, у Чехии там в нападении хорошие игроки, которые уже много лет в NHL хорошо играют. Элиаш, Хавлат, сейчас там Ягр играет. И там много игроков, которые могут забить. И я думаю, у Латвии тоже. Просто Латвия играет просто хоккей Динамо Рига. Это русский хоккей, быстрый. Играют хорошо в контратаку. И с этого они как хорошо будут играть в оборону, с этого Латвия может забивать. Кто, по твоему взгляду, будет играть в воротах сборной Чехии? Тяжело сказать, там в Чехии все ясно, что первый вратарь Томаш Вокол, но просто сегодня игра как с Латвией и на следующий день с Россией. Можно тренер подумает, что ему просто отдать отдохнуть, чтобы просто был готов на Россию. Но просто тяжело сказать, там второй вратарь тоже хороший вратарь, молодой, с Атланты Трэшерс, Павелес. Я думаю, там в этом нету проблемы. Как ты считаешь, как можно переиграть чешских вратарей? Ну, я просто тоже вратарь, и об этих вещах я никогда не говорю, потому что я думаю, это вратари не делают такие вещи. Окей, спасибо, и будем смотреть игру Чехия-Латвия.